Я только что познакомилась с этими прекрасными ребятами, юными гражданами нашей страны. И, конечно, они все пришли сегодня сюда, на Красную площадь, со своими родителями. И неизвестно, кому больше из ребят повезло. Тем ребятам, которые находятся здесь на трибунах, или тем ребятам, которые сейчас шагают в колоннах демонстрантов. Но я точно знаю, так же, как и все мы, товарищи взрослые, что сейчас тысячи ребят нашей страны хотели бы быть и на том, и на другом месте. Ведь подумать только, ребята сегодня находятся здесь, на Красной площади. Они участвуют в самом главном торжестве нашей страны. Дети на Красной площади. Они в колонне демонстрантов. Они на трибунах. Поднятые на отцовские плечи, малыши оглядывают ликующую Красную площадь. Рядом с родителями шагают ребята постарше. Сегодня у них особенный день. Надолго запомнится им звенящая рань московских улиц, море цветов и флагов, гулкое бухание барабанов, когда у заводской проходной под звуки духового оркестра взрослые стали собираться в колонны вместе с ними, своими детьми. И навсегда, конечно, у них останется в памяти и Ленинский мавзолей, и Кремлевские башни, праздничная нарядная Красная площадь. И, наверное, самое главное, то первое, удивительное чувство причастности к тому, что происходит сегодня на Красной площади и что сегодня они видели. Наверное, о своих впечатлениях можно рассказывать и проще, и конкретнее, и короче. Мне хочется вот моим новым знакомым задать всего два вопроса. Как вам показалась Красная площадь? Что вам больше всего понравилось? И что бы вы рассказали своим товарищам, когда вы придете домой? Ведь, наверное, не все могут похвастаться, что они принимают участие в празднике здесь, на Красной площади. Вот ты самая маленькая. Что тебе больше всего понравилось? Мне понравилось то, мне понравилось всяким... Сама Красная площадь. Какая она нарядная, да? Демонстрация. Спасибо тебе. Так, а что тебе понравилось? Мне больше всего понравился парад войск. И как шагали браво солдаты, матросы, их выправка, колонны автомашин боевых. Спасибо. Ну, а тебе? Я впервые на Красной площади, и мне очень понравилось, как она украшена. Больше всего мне понравилось, как идут стройный отряд солдатов и военная техника. Ну, конечно, ты же мальчик. А вот я знаю, что среди нас есть девочка, которую совсем недавно приняли в пионеры. Она круглая отличница. И мне очень хочется спросить, что ты придешь домой и будешь рассказывать своим подругам? О чем? Что тебе? Скажу, как было красиво на Красной площади, сколько там было народу, сколько флагов. Ну и уже много. Очень хорошо. Спасибо вам всем, ребята. Спасибо. Спасибо. Это мы огромный божеством, на которой стоит земля. И каждый час страна становится прекрасней. Ты советский рабочий класс.